Так, меня отвлекли. Для меня это было 30 минут, для вас 2 секунды. Так, у нас все есть, в принципе. Это у нас последняя ночь, да. Последний раз. Будем надеяться, что последний меня 2 раза не вольнут. Точнее, 3. Сейчас попробуем. Интересно, а как выключить сирену? Наверное, никак. Ладно. Хрен с ней. Сейчас попробуем. Я уже прямо жду с нетерпением. А, тоже хочешь растить бороду? Задолбала щетина? Нет, жду, когда увидимся. Поговорим с глазу на глаз, на равных. Ничего, еще наговоримся, когда я покончу с петлей. Хочу, чтобы ты выслушал. А я хочу, чтобы ты поняла, так будет лучше. Будь осторожен на вечеринке. Ты очень близок. Вуаля! Так, тут можно обойти. Говорит Алексис Дорси. Чтоб не париться. Идеолог и основной спонсор программы ЭОН. Это короткое обращение к гостям моей самой закрытой и крутой вечеринки пожирания Адамса. Поздравляю всех, кто получил приглашение. Если мне кажется, от того или другого вас не пустят, это не шутка. Мы современные волки. Пришло время бизнеса. Ага. ТПшница, я не могу. О, тут нема. Мальчики и девочки Черного Рифа. Это была Гурфрэнк на связи с... Сейчас бабахнет. Все, нахуй. Давай я балался, блядь. Хуяк. Ой, тихо. Так, тут-то у нас... У нас там можно обойти? Да. Я тут обходил. О, только я тут допрыгивал. Сейчас-то я не допрыгну. Бля. Причем никак, да? Вот черт. А, писал щет. Где ты? А где он делся, не понял. Управление программы ЭОН. Президенты, внимание! Вы делаете неправильно, если вы воровать энергию. Ой. Ой-ой-ой. Это перестрелка. Но под контролем. Пожалуйста, следуйте правилам программы ЭОН. Вот это обходной путь, я понимаю. В прошлый раз я нашел. Шикандозно, вообще все прошел. Так, нам туда надо. Прых, прых. Наверх. А, сейф я не нашел, да? Нет, я ни одного кода не нашел. Ни одного. Ну и хер с ним. Мать тебя так. Как будто там что-то супер ценное. Тоже мне. Ради знаний, не ради тусовок. Трагедия. Надо было, конечно, этот самый взять, наверное. Ладно. Так, это я могу сверху. Погодите, это я могу сверху. А, нет, там же дверь закрыта.
А я могу с другой стороны зайти. Вот там, с той стороны. Но для этого мне необходимо... Да, тут закрыто. Что у нас здесь? Ага, вот. Ну да, чего бы не пойти. Секунду. Не могу уснуть, не увидев. Похоже, все нормально? Все нормально. Я курю, где захочу. Даже у врача в кабинете. Даже на похоронах. Даже в кафе. Вот прямо под чужим столом. Плевать мне на всех. Стой. Ой, хорошо, отлично. Хорошо и отлично. Так, это мне сюда. А здесь есть, я не помню. Не, здесь нет. Лучше закрыть. А где второй? Блин. Ну. Называлось это начальный техник. Мое сердце всегда было сердце. Они, получается, только там соединяются. Соединяются. Ну, сходятся. Соединяются, тоже сказал так. А, бля. О, попал. Есть контакт. Так, если я взрываю, ничего, никто не пробегает. И... Потом быстро-быстро надо. О-о-о-о! А я не спрячусь. У меня нет двойного прыжка и нет перемещения. Пердец. Что делать? Я реально не спрячусь. Блин. Черт побери. Черт побери. Туда выбежать нет. И не варик вообще. А что там у нас? Ничего, да? Да, ничего, ничего. Бляха, муха. Как я протупил-то, а? Здесь у нас ничего нет. А, во, годится, вот тут можно спрятаться. Так вот засесть, вот, чпунь. Да, да, в принципе, да. Да-да-да. А что здесь у нас? Здесь у нас тоже нихуя. Нет, тут вообще не вариант прятаться. Так, 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 сюда нет, естественно, нет. Что, ну если я даже сюда заберусь, да? Ой. Чё я? Встань. Сюда вот. Ну разве ж тут, так тут тоже как бы видно. Или можно как-то... забраться туда все-таки. Хуй. Ну еще разок сейчас попробуем. О, можно. Но это, блин, один вариант, один чисто вот один раз попробовать и все. Вот с двойным прыжком там можно хоть залезть. Ладно.
попробуем, короче. И такое, блядь, не услышали. Такое не услышали, а то, что... Пиво закрыли, блядь, услышали, почувствовали. Блин, я в шоке. Игра меня именно реально удивляет. Ух, сейчас будет очень быстро. Если не успею, значит придется... Бля, я даже не знаю, что придется. Придется впитывать в себя. Много чего. Блядь, да залазь. Все, пизда, не успел. Блин, 20 патронов, что так мало? Получилось. Да, хорошо. Все равно не было настроено имитацию. Закрыл дверь, да? Если бы они только... Закрыл дверь, да? Да, закрыл. Повторяем. Процесс. А, так они закрыты. Чё за ху? Получается, не получилось. Ну ладно. Залазь. О, годится. Так, ладно, короче, пошли. Там, где я был. О, блядь, там чувак был. Нихера себе их толпа, блядь. По факту это не смерть. Временное неудобство. Да, по факту это не смерть. Чего? Не смерть это. Ну что там? Это временные неудобства. Ты слабак! Я? Есть там кто? Может быть. Фух, это напряженное место вообще пердец как. Прекрати сопротивление. Отпусти. Смерти нет. Есть лишь петля. Я не попал. Бля, шо, в унисон, бля. Что? Чего? Не, страшно. Есть там кто? Ох, вот это жесть.
четверых, да? Бля! А ты только ломаешь всем газ! Ты охуел? Тихонько. Музыка, прекращай. Мне не нужна толпа, блядь. Да хорош, не слышно ни хрена. Ебать попадаю, это пиздец какой-то. Ого! Два подряд. Тихонько. Дверь закрыли. Взяли пистоль. Пересидим. Он же был здесь. А, кто-то есть тут. Сука, как напряжено, блядь. Напряг по полной, по полным яйцам. А, тут закрыто, не видно. Перестань, музыка. Хорош. Тут их двое. Вот это я понимаю. Это было забавно. Это было забавно. Да, победа твоя. Где-то кто-то ходит еще. Ой, блядь. Блин, да сколько их тут, сука. Так, ух ты, какая пушка, ни хрена себе. Так, не надо втихаряшки. Фух, реально много тут. Хорошо, хоть пуля хватает. Открыли. Закрыли. Что-то немного. Слово совсем. Не понял. Понятно. Это был Алексис. Алексис труп. Дальше поехали. Теперь мне надо... надо наверх, а я не заберусь. Сука, прыжков нету двух. Эй! Эй! Ой! Эй! Эй! Можно и без них обойтись. Так, тут-то чисто. Хрустят эти самые. Новые туфли не разносил еще. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Слушай, я не из тех, кто предпочитает грубую силу, понимаешь? Аккуратненько, аккуратненько. Сейчас. И вот это. Что? Ага, ага. Что? Я понял. Это...
Что-то не так. Приступить к поискам. Приступить к поискам. Диверсия? Сейчас. Вот это раз. Никогда не еще раз. Не считала себя равным. Не проявляла ни капли нежности. Мина, ёпта. Ба, чё её не разнесло, я не понял. Что, блядь, бессмертная она? Чего? А что это такое? Отлетает от неё всё? Нихера себе, что это она уебала меня? Я не понял. Слышишь? Девка, блядь. Что за хуйня? Все, сдохло, наконец-таки. Интересно, что это было? Что это за умение было такое? Так, теперь остался один. Где ты? Это мое. Отстань. Ай, ты пизду. Так, мне остался еще один. А че она такая какая-то это самая? Отбивала все на свете. Она сдохла, меня я не возьму. Егорди чем руководит, не руководит, он же сдох. Эй, погоди, погоди. Ракетолет. А, все, троих же завалил. Нахера мне, блядь. Эй, годится. А, проверим, чисто по приколу. Угодится. Прямо, блядь, кризис, сука. Оп. 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 В кризисе тоже ж чувак падал. И он смягчал прыжок. А, блядь. Вот так вот. Смягчал прыжок своим костюмом. И здесь то же самое. Так, а мне к ракете... Ага, я пройду дугам через низ, не падать. Як? Нахера я упал вообще в самый низ. А, он не прыгает? Не прыгает, вроде. Все понятно. Надо было не падать. Слишком низко. Далась. Ебать. О, нет, туда мне. Мне от ночи не туда, как я вышел. А, все, я вспомнил. Тут же дверь вот там. Все. Я этого не трогал, он меня тоже. Всем все хорошо, закрыли. Так, мне вот сюда. Вот так. А нахуя мне так? Мне так не надо. Я ж мог просто обойти вот так. Аккуратно и тихонько. Все годится, отлично. Побежали, закрыли. Двери надо закрывать за собой. Чтоб никто не ходил. Так, тихонько, тут надо не спешить. Это я там пройду через двух. Да, вон они, один.
16 пулек маловато будет, надо пополнить запас. Сразу с одного раза нельзя было попасть? Попасть нельзя было с одного раза, нет? Аккуратно, аккуратно. Там внизу двое, один ковыряется где-то. Ага, вон ковыряется. Давай, доставай. О, там их даже трое было. Прых. Прых. А там нет пополняшки, там тоже. А сюда я не зайду, да? Да. Ну ладно. Мало, правда, патронов, реально мало патронов. Кнут. Кнут. Все, блин. Джулиана, я иду. Там-там. Камертон. Контерштаг. Нету? Нету ее. О, зарядилась. А нету пополнения там здоровья, пополнения запасов. Нету. Ладно, хуй с вами. Поехали. Хотя, если подумать, лучше не то. Как-то поехали, чё, пока поехали. Я в костюме, все нормально. Ракета план. Все. Вы чувствуете это? Вы чувствуете? Я чувствую. Я чувствую, что они загружаются. Я думал, не загружается. Думал, охренеть. Так, ладно. Радар работает или нет? Все, все, поехали. Как это запускается? Ну, толку за штурвал держаться. Что это, управлять надо? Или что? Ух ты! Сейчас, походу, еще изучать будем что-то, да? Как летать на нем. Вверх ногами приземлиться. Тут высоко. Ебать, держись, на. В костюме. Получилось. Я в костюме, ёпта. Что, жив здоров? А как же? Мы с тобой так уже делали. Нет, немного иначе. Так. Куда нам, сюда? Освободи нас всех. Бесконечностью. Я там быстро бегу. И у меня для тебя кое-что есть. Тебе понравится? Или нет? Не знаю. С тобой не угадаешь. Все как я люблю. Пустой треп. Вау! Как все в кубиках. Не в такую комнату. Бля, она... Она мягкая. Ну, ходить можно. А еще вверх ногами нельзя пробежаться? Не, нельзя. Ладно. Мне бы такое для записи. О, что-то мне это напоминает. Кажется, игра называется что-то... Не переживай! Качу это там. Мать твою! Все в полном порядке! Да, в полнейшем. Но дырка останется. Я что, не могу сделать? А, все. Ну привет. Что не так? В этом кейсе дуэльные пистолеты, антиквариат, оригинальные патроны, уникальные вещи. Такие пыльные. Это музейные экспонаты, история. Их нужно беречь.
как и Черный Рим. Прошу, садись. А, я постою. Спасибо. Не обращал внимания, что я всегда просыпаюсь первой? Если выживем после разрыва петли, ты очнешься со стволом в зубах. Сдохнуть насовсем лучше, чем так жить. В смысле, жить со мной? Как с врагом? Жить здесь, одним продуктивным днем. Раньше я тебе нравилась. Раньше ты видел перспективы, а потом убил меня. Чтобы ты жила настоящей жизнью, а не топталась на месте. Готов ли ты услышать ответы? По-моему, мне кажется, буду знать. Или ее голос я как-то понимаю, постоянно меняет ты много пережил. Сторону. Наконец разобрался, как тут все разломать, но не понял, как использовать. Чего Ушел. Понимать? Как большой тир. Кольт. Что? Что ты ждешь? Философских мыслей? Хочу, чтобы задавал вопросы. Об острове. Обо мне. О других кольтах. И забывал ответы, как все остальные? Забывают, когда скучно. А тебе ведь не скучно? Точно нет. Тогда оставайся. Я покажу тебе невероятные вещи. И сколько раз у нас с тобой был этот разговор? Обязательно убивать друг друга, чтобы было Слушай, весело. Я здесь для того, чтобы вести архивы Эона. Это ты убивал меня снова и снова. Естественно, пришлось дать сдачи. А потом вошла во вкус. Любая драка в итоге надоедает. Но тебе нравится охота. Ты ее начал. Значит, я ее и закончу. Для всех. Ты же понимаешь, тебя никто не простит. Я тебя не прощу. Что поделать? Остановись и подумай. Коль, у тебя еще есть выбор. Возьми пистолет. Ну, взял и шо. Что, эти ископаемые еще стреляют? Спусти курок. А если нет? Тогда у нас с тобой... Будет все время мира. Чтобы убить друг друга. Весело же. На счет три. Раз. Два. Три, ёпты. Джулиана, ты лгунья. Подлая лгунья. И что, ты этого хотела? Это твой сложный план? Просто взять и сдохнуть? А потом... Надеяться, что я не закончу дело? Вот и вся идея! Хотя раньше это работало. Надо признать. А, ну что делать-то? Прыгай, прыгай. Прыгай. На месте прыгай, что ли? Прыгай. Прыгаю. А дайте пистоль. Пистоль интересный. Ладно. Что тут? Что? Пишу. Так было нужно, ну я понял. Прыгай. Джулиана была права. Стоять! Тут, я не... Я не то нажал. Ёбаный попиздела дошкой. Зачем, блин? Твою мать, я поспешил. Ой, сука. Ракета-план, блин. Так, ладно. Рада работает или нет? Все, поехали. Как это запускается? Перегрузка, блядь! Все, прилетел? Или что это? А, это пока куда он летит? Ты должен в центр лететь. Ух ты!
Мне кажется, датчик в ногах. Я не обратил внимания первый раз. Да-да, прохожу его не первый раз. Я потом вам покажу. В конце увидите, какую бы оплошность. Ух, получилось. Тут можно даже без оружия. Ляп. Да. Hello. Клещется сос. Все, пиздец. Свиток ударенный. Я смотрю, ты начинаешь врубаться. Сейчас я врублю. Точнее, вырублю. Станцуем еще разок? Да. Станцуем еще разок. Не будем тянуть кота за хвост. Что, эти ископаемые еще стреляют? Спусти. Даже не надо мне говорить, спусти курок. Я зашел слишком далеко. Я не буду хуйней заниматься в этот раз. Так, сюда садиться нельзя. Я в прошлый раз сел, посмотрите, ведь, ну, в конце будет еще один, так сказать, кусочек. Это трындец, трэш, я там так матерился. Я так понимаю... Так, а был в прошлый раз прыгнуть. О, прыгай, прыгай, прыгай. Все, короче, е-хей! Так до бесконечности. Ебать, я убился. Опа-на, Джулиана. Ты что, убьешь собственного отца? В этот раз меня на смерть последний раз. Джулиана. Не понял. О, воды-то нету. Что, сработало? Ебать, дырка какая в небе. Ладно. Ну что? Походу я понял, почему Джулиана не хотела возвращаться в этот мир. Вы видели, какая там дырка была в небе, блядь? Это жопа. Походу миру хана пришел. Был походу, наверное, ядерный удар. И он просто развалился нахрен. Поэтому Джулиана не хотела возвращаться в тот мир. И Кольт вернулся. Один раз он же ушел. А потом вернулся обратно. Да, необычненько. Ничего не скажешь. Довольно-таки захватывающе. Ну что ж, что там пропустить можно? Прикольная песня, к правду. Вы разгадали задачку, друзья. Хорошо. И путь в сторону закончено. Это не значит, что на черном рифе не осталось тайности. Ой, да нахуй они меня всрались. Еще вы можете. Все понятно. Окей. А ну, сейчас давай нажмем, посмотрим, что будет интересно. А, ну, то бишь. Все то же самое. А костюмы есть? Стиль Кольта. Погоня. Не, ну прикольно, как бы. Классно, я так их много вижу. Так, назад. Защити петлю. А ну-ка, открыть.
Черный риф. Это Джулиана Блейк. По острову бродит один слабоумный. Хочет разрушить наше дело. Это Кольт. В связи с чем объявляю режим полной готовности до полной нейтрализации угрозы. И желаю всем продуктивного дня. Это безнадежно. Ага, тут мы будем Нет играть... Нет смысла. Да тихо, чё Всё ты... та же херня. Да я понял, блядь. Меньше текста, алё, блядь. Короче, мы будем играть, получается, за Джулиану. Ага, есть! Наконец-то! Что это за хуйня? Портал? Хрена себе, у нее походу побольше возможностей. О, ты качайся, девка. Ванна. Джакузи, не, не джакузи. Все, поиграл. Вот заняли. Да, все? Все, ёпта. Ладно. Там и так, наверное, уже хронометража, блин, на часа два, наверное. Давайте закончим в следующей серии и будем уже именно играть за Джулиан. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, не забудьте посмотреть вторую часть, там будет она. А может, вы уже посмотрели, я уже не помню. Точнее, я ничего не знаю, как я ее вставлю. Как-то я ее вставлю, возможно, в конце. Скорее всего, наверное, в конце я вставлю. Так, чтобы было поинтересней. Да. Как я облажался. Чисто будет такой, типа, мини-титры. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Комментарии — это главное, это мне поможет добавить что-то или что-то, наоборот, убрать. Все, всем пока, всем удачи.